Всем привет, дорогие друзья, из солнечной Алании. У нас в Алании побит температурный рекорд за последние 90 лет, и температура воздуха в последние дни доходила до 50 градусов на солнце. Сейчас мы с вами находимся на пляже Клеопатра. Сегодня 19 мая. И здесь стоит невероятная тишина. Многие из вас заметили, что последнюю неделю я выкладывала очень мало видео, и я вам хочу сказать, что на самом деле сказывается вот эта вот усталость от всей той ситуации, которая складывается не только в Турции, а во всем мире. Постоянно какую ленту не листаешь социальных сетей, везде одни и те же новости, одни и те же новости. Поэтому я решила, что, друзья, я больше не хочу разбирать никакие новости, когда начнутся авиаперелеты, когда закончится карантин, когда будут продавать билеты и так далее. Я просто хочу снимать для вас, как и раньше, хорошие, интересные, яркие видео из нашей Алании. А все новости, если будет, конечно же, что-то интересное и срочное, то я вам об этом расскажу. Но на данный момент вы все прекрасно понимаете, что сейчас все очень неопределенно, и все те даты, которые назначают авиакомпании, они тоже могут меняться, и постоянно что-то меняется, постоянно, каждую секунду выходят какие-то новости. Поэтому, друзья, давайте сконцентрируемся на всем самом красивом и приятном, что у нас есть. Посмотрите, какая у нас здесь красота, весна, очень тепло, и я буду стараться давать вам позитивные эмоции, красивые пейзажи, буду снимать для вас море, и будем вместе надеяться только на самое главное, на самое лучшее, не раскисать и продолжать работать. Не забывайте, пожалуйста, о том, что в описании ко всем моим видео есть мой WhatsApp. Если вам нужна какая-либо помощь, вы мне можете написать на WhatsApp, и я постараюсь вам помочь или какой-то информацией, или советом, или просто каким-то разговором. Поэтому мой номер всегда открыт для вас. Пишите, я буду только рада. Ну и, друзья, я очень долго на это решалась, и сегодня многим из вас от меня на WhatsApp пришло сообщение о помощи. Почему я надолго на это решалась? Потому что вы прекрасно знаете, что мы всегда работаем, надеемся только на себя и стараемся снимать для вас классные, интересные, полезные видео в свое свободное время. Сегодня я написала своим подписчикам, у кого чей номер WhatsApp у меня есть, написала о помощи, написала пост о помощи. В чем моя просьба к вам? Многие из вас знают, что последние 3 года мы снимаем для вас классные видео, я надеюсь, полезные, надеюсь. И вы все прекрасно знаете, что эту работу мы ведем совершенно бесплатно, и мы рады это делать. Мы рады радовать вас хорошими, интересными видео, новостями и так далее. И будем продолжать и помогать вам. Многие из вас знают, ну практически все, кто смотрит наш канал, что на протяжении 3 лет мы снимаем для вас различные многочисленные интересные, я надеюсь, что полезные видео про Аланию, Турцию, различные советы, показываем красивые, интересные места, путешествуем вместе с вами и познаем эту великолепную и прекрасную страну. Многие из вас приходили к нам в офис, мы знакомы лично, за что я безмерно благодарна, потому что появилось огромное количество новых интересных людей, с которыми мы познакомились и общаемся. И все подарки, которые вы мне привозите, они все стоят также у нас
в офисе, я их всех, все храню, и это просто потрясающие воспоминания и память для меня. К сожалению, из-за всей вот этой ситуации, которая сложилась сейчас, в начале года мы, скажем так, начали проект по созданию многофункционального сайта на 4 языках, на котором будет вся самая полезная и точная информация по Турции, которая вам необходима, когда вы сюда приезжаете. И, к сожалению, из-за нехватки финансирования, потому что все те средства, которые мы зарабатывали, мы всегда вкладывали в наши бесплатные проекты и в разработку именно этого проекта и сайта. И, друзья, как я вам написала в своем сообщении, полетело кое-какое оборудование, на котором мы работали. Ну, в общем, все сразу. И я попросила вас, моих любимых подписчиков, о том, что если вы считаете, что наша работа интересна, полезна и приносит какую-либо помощь, мы попросили вас угостить нас чашечкой кофе. Вот такое вот сообщение я отправила своим подписчикам. Прочитаю. Дорогие друзья, приветствую вас из солнечной Алании и надеюсь, что скоро мы с вами встретимся. Последние 3 года мы активно снимали видео, делились с вами интересной и полезной информацией о Турции, видели ваши счастливые лица и познакомились с большим количеством прекрасных людей. Совершенно безвозмездно мы делали и будем делать все то, что можем, чтобы радовать вас. И это не про в это непростое время мы продолжаем наши проекты, которые мы начали до кризиса. И не хотим, чтобы они останавливались из-за отсутствия финансирования. Пришло время просить помощь у вас, чтобы завершить проект мультифункционального интернет-сайта по путешествиям по Турции с уникальной и максимально полной информацией, которую я, кстати, собирала на протяжении очень многих лет, и сайт на 4 языках. Нам не хватает совсем немного. Если вы считаете, что наша работа полезна и интересна, угостите нас чашечкой кофе, сумма стоимости которой пойдет на оплату разработки сайта и оборудование, которое... Как назло, полетело именно сейчас. Да, друзья, полетело оборудование и буквально на этих выходных, и это было очень-очень неприятно. А запланированный доход с других проектов, который покрывал все расходы, не пришел, так как проекты отменились по причине кризиса. Да, для этого проекта, для этого сайта и приложения мы запланировали по нашей основной работе много других проектов в других странах, часть денег от которых мы заплатили за эти проекты вперед и должны будем заплатить также разработчикам. Поэтому, поскольку отменилось все, что только возможно, отменились и наши проекты. И если вы считаете, что наша работа полезна и интересна, то свою благодарность и спасибо вы можете перевести на наш счет в Сбербанке или в Гарантии, или на PayPal. Всего 100 рублей от 1000 человек помогут выжить и работать этому проекту. И, друзья, если вы, как я уже сказала, если вы считаете, что наша работа полезна и интересна, и вы хотите нас поддержать, любое доброе слово, любая сумма будет, мы будем только благодарны. И плюс к этому, наша компания, вы знаете, мы занимаемся брендингом, маркетингом, развитием бизнеса и так далее. И специально в связи с кризисом наша компания также поддерживает другие компании, и мы максимально возможно снизили цены на все наши услуги, на такие услуги, как создание логотипов корпоративных стилей, баннеров для социальных сетей и веб-страниц. И сейчас цены начинаются от практически 2000 рублей, 2700 рублей. За 2700 рублей мы можем разработать интернет-страницу для вас. Это предложение действует до августа месяца. И, конечно же, это тоже небольшие деньги, но мы понимаем, что у всех сложная ситуация. И если вам что-то необходимо, пожалуйста, обращайтесь. Мы, как дизайнеры, всегда будем рады вам помочь. Ну, а если вы, кстати, очень многие уже откликнулись на мою просьбу и
большое, друзья, большое вам спасибо, потому что без вас нет нас. Вы – это мы, и я надеюсь, что в самое ближайшее время мы встретимся с вами в Алании и устроим какую-то большую встречу, я не знаю, праздник. Ну, в общем, я надеюсь, что скоро все сбудется. Поэтому благодарим вас всех за помощь, все контакты, все данные в описании. А сейчас, друзья, хватит болтать, идем гулять по Домлаташу. Сейчас мы с вами находимся в районе Домлаташ, и в районе Домлаташ, как и на набережной Алани, есть улица Мастериц. Именно здесь местные мастерицы продают изделия ручной работы. Ну, в обычное время, как вы видите сейчас, здесь совершенно никого нет. В самое обычное время мастерицы продают здесь вязаные изделия, украшения, совершенно уникальные, потрясающе красивые еще украшения ручной работы. Поэтому в следующий раз, когда вы будете в Алани, не забывайте посетить вот эти вот стенды, где местные женщины продают украшения. И эти украшения ручной работы, они настолько уникальны, что нет такого второго украшения, и цены очень-очень приемлемые. Сейчас мы с вами прогуляемся до самого пляжа. Как вы видите, вход на пляже закрыт. Никого абсолютно нет. И здесь у нас аланийский, наша канатная дорога. Сейчас май месяц, и в мае месяце здесь обычно уже очень много людей, очень много туристов. А сейчас, как вы видите, пусто и совершенно никого нет. Да. Такой Алани мы еще не видели. На Домлаташе очень много отелей и ресторанов. И, как вы видите, всеми вами любимый, я надеюсь, ресторан «Элит» тоже закрыт. Обычно в это время здесь, помимо того, что в отеле очень много туристов, здесь всегда шумно, людно, играет музыка. Но вот такая вот ситуация сейчас, что ресторан закрыт, все стулья составлены и никого нет. Элит-ресторан – один из самых вкусных и классных ресторанов в Алании. Как я уже и сказала, друзья, очень не то чтобы печально, а невероятно странно видеть Аланию. Вот такую вот Аланию. На улице очень тихо проезжают. Ну, пара машин проедет шумно. Но знаете, что я заметила? Что птицы поют. И птиц очень много. И когда даже утром сидишь на балконе или вечером, слышно птиц. Когда шумит город, когда очень много людей, птиц, конечно же, не слышно. А сейчас природа во всей своей красе. Вот мы проходим по Домлаташу, и, как вы видите, все рестораны закрыты, к сожалению. Как я уже сказала, такое странное ощущение начинается вот после сколько мы сидим на карантине, уже с 11 марта, уже, ну, дай бог, третий месяц, да. И такое странное ощущение смотреть. Вроде город жив, а вроде и не жив. Не знаю, ну, в общем, хотела поделиться с вами сегодня таким видео, такими мыслями. Очень многие спрашивают, почему запрещено ходить на море, но на море, на пляже ходить запрещено, купаться запрещено, чтобы люди не скапливались, не кучковались, скажем так. Ну что, опять мы с вами возвратились к тому же. И я не помню, сказала я вам или нет, 23, 24, 25 и 26 у нас опять карантин. 4 дня сидим дома. Парки закрыты, но поскольку у меня есть журналистское удостоверение, я имею право заходить в парк.
А если люди зайдут в парк на данный момент, когда это запрещено, то могут оштрафовать. И штрафы достаточно высокие. Сейчас в Алании, мне кажется, самое красивое время. Конец весны. Все вот такое вот яркое, сочное. Прям зелень невероятная. Яркая зелень, разноцветные цветы. Ну, посмотрите, разве это не красиво? Мне кажется, это просто, просто потрясающе. Здесь очень много разных цветов высадили. Обычно здесь в это время очень людно, потому что, видите, этот парк находится в таком тенечке, от деревьев падает тень, и очень-очень здесь даже в такую жару очень, ну, прохладно достаточно. Посмотрите, как... Ой, жаль, камера не передает запах. Ой, какая красота. И тихо, невероятно, как будто ты находишься в каком-то волшебном саду. Действительно, такое ощущение, как будто ты в каком-то волшебном саду далеко-далеко, где нет людей. Очень сюрреалистичное ощущение. Очень. Фантасты всего мира такого не смогли придумать. Посмотрите, а здесь желтые цветы. Какая красота. Огромные здесь растут кактусы. И на кактусах тоже цветы, друзья. Кто не видел, как цветут кактусы, смотрите, как цветут кактусы. Сначала они вот так вот красиво цветут, а потом появляются очень вкусные фрукты. Но если вы, приезжая в Аланию, покупаете фрукты кактуса на рынке, не забывайте эти фрукты чистить только в перчатках, потому что вот эти вот маленькие колючки вопьются вам в кожу, и будет очень тяжело их вытащить. Что у нас здесь? А здесь другие деревья, которые цветут розовыми цветами, и белыми, и розовыми. Солнце такое яркое, пальмы. Кстати, кое-где слышны разговоры людей, но людей очень мало. Ну и все. Мы с вами вышли на берег моря. Многие, посмотрев мое видео с пляжа, с какого пляжа? С одного из пляжей сказали, очень много камней и так далее. Друзья, в Алании очень много разных пляжей. И даже на одном пляже могут быть разные входы в море. Поэтому не забывайте об этом. В Алании есть пляжи и места отдыха на любой вкус. Мой, например, самый любимый пляж – это именно вот этот пляж и именно около скалы. Потому что там немного такой пологий вход в море, но песок. Даже не песок, а очень-очень мелкая-мелкая галька. И сегодня кто-то в Фейсбуке написал, что море настолько спокойное, что невозможность купаться кажется просто ужасной. Море действительно спокойно. Вот так вот здесь все огорожено. И посмотрите, какие яркие цвета и цветы. Ну что, сейчас мы с вами спустимся на берег моря. Как я уже говорила, друзья, ходить на пляж запрещено. За это штраф. Но поскольку мы состоим в ассоциации журналистов, и у нас есть разрешение для того, чтобы ездить, снимать новости и освещать все события, которые происходят, мы это разрешение брали у префекта, который, прежде чем его дать, одобрил его. Посмотрите, какое море.
Такого спокойствия на Домолаташе я не видела давно. Друзья, не забывайте заходить на нашу группу в Фейсбуке, в которой Айхан каждый день делает прямые эфиры из Алании. Каждый день мы там выкладываем фото, видео и разные прямые эфиры. Ссылка есть в описании. Обязательно заходите и смотрите. Ну что, друзья, опять в очередной раз меньше разговоров. Все, что я хотела, я сказала в этом видео. Сейчас оставлю вас наедине с морем. Наслаждайтесь. Вот такая вот потрясающая погода стоит у нас в Алании. Я надеюсь, что в скором времени мы с вами увидимся здесь. Еще раз благодарю вас всех за помощь, поддержку, за то, что вы приезжаете, за то, что вы пишете на WhatsApp. И, конечно же, я желаю вам всем здоровья. Будьте здоровы, будьте счастливы. И надеюсь, что увидимся с вами в нашей прекрасной солнечной Алании. Я уверена, что все будет хорошо. Всем всего хорошего. Пока-пока.